Ну что? Как бы грустна или печально не была минута расставания, но, тем не менее, оно всегда настает. Но примерно тем же видом, которым Баку встречал нас, таким же он с нами и прощается. Чуть сильнее ветер, чуть больше облаков. Но этого в любом случае было здорово. Спасибо за это большое. Все так же поют птицы. Очень немаленький памятник с окна. Вы в следующий раз приедете, на неделю останетесь. Да. Мы так и подумали, что надо на неделю поменять. Приключений мы, конечно, не можем. Зашли вначале не в тот терминал, прошли там весь контроль, потом поняли, что не туда, нам сказали. Но где-то по дороге пропала маленькая сумочка от коляски. Там, конечно, ничего ценного нет, но бутылочка с водой, да и сумочка хорошая, мне удобно было все таскать. Куда она делась, непонятно. Просто исчезла. Звонили, сказали, что нашли. Вот бегаю. Ну, как и предполагалось, хищная бабка украла наша сумка. Но оказалась хороший человек и вернула. Хорошая сумочка, хорошо, что она с нами. И солнце выжигает нам матрицу. Остается, конечно, вопрос, как они нас нашли потом. Но все-таки службы безопасности работают, видимо. По камерам легко отследить, куда пошли люди. Thank you.
когда слишком долго не приходили за тобой.